Одному из ведущих предприятий Магадана, комбинату зеленого хозяйства, исполнилось 50 лет. В далеком 71 году в областном центре Колымы был создан комбинат по городскому благоустройству, сокращенно КГБ. Первоначально главным направлением работы предприятия являлось озеленение. Масштабы работ по сравнению с сегодняшним днем были очень скромны. В учреждении трудилось всего 7 человек. За 5 десятилетий КЗХ пережило 9 реорганизаций и преобразований. В конце 80-х, начало 90-х годов предприятие было даже кооперативом. Но во все времена главной задачей комбината было благоустройство Магадана. Все, что высажено в столице Колымы за последние полвека, это цветы, кустарники и деревья, в подавляющем большинстве результат труда работников КЗХ. Нам 50. Пользуясь случаем, хочу поздравить замечательных сотрудников нашего учреждения, которые работают сейчас, которые работали в нашем учреждении в постоянной основе, на период сезонных работ, которые в той или иной мере участвовали в благоустройстве нашего любимого города, в обустройстве его площадок, площадей, скверов, парков. Хочу пожелать вам здоровья, долгих лет, хорошего руководства. И чтобы у нас с вами на протяжении многих лет, десятилетий, все получалось, все планы сбывались, мечты осуществлялись. С праздником вас, дорогие коллеги! С начала 2000-х годов учреждение стало укрупняться. Присоединились участки обслуживания светофорных объектов, дорожной разметки, спецавтохозяйства с полигоном твердых бытовых отходов. В настоящее время КЗХ выполняет 11 муниципальных услуг благоустройства и озеленения, установка малых архитектурных форм, содержание скверов и общественных пространств, ремонт контейнерных площадок, лестниц, механизированная очистка тротуаров и многое другое. Парк специальной техники КЗХ представлен свыше 80 единицами специальных механизмов. Штатное расписание учреждения превышает 500 единиц.